Я давно учился в школе, на пятерке был как сталь. Все предметы на контроле, и в итоге взял медаль. Но среди нас такие были, откровенно типажи. Между строек проходили, им хоть кол на лбу тиши. А отучившись из-под палки, став чиновником большим, обещает Обещалкин, что проблемы все решит. Нет воды, конечно, будет, отопление дадим. Не должны же наши люди превращать уклад в экстрим. Нет ремонта, дом ветшает, скоро будет результат. Не волнуйтесь, порешает Обещалкин бюрократ. Хоккеист известный Малкин, в долларах миллионер. Не отстал и Обещалкин, небольшой функционер. Он живет в таких хоромах, где сантехника с нуля. А снаружи возле дома два огромных кабеля. И годами все проблемы, что назвал электорат, на рисунках и на схемах на столе его лежат. Если кто-то обнищает и уйдет совсем на дно, не заметит Обещалкин, у него забот полно. Так проходит жизнь людская, странный наш менталитет. Думаем, что помогают, думают они в ответ. А Обещалкины плодятся и надеются сильней. Может, сами растворятся все проблемы у людей. Например, уж скоро лето, отопление зачем? У муниципалитета разве ж нет других проблем? Может, снова их за парту и учиться допоздна? Вырастет, глядишь, заплатка там, где совесть быть должна. Может, снова их за парту и учиться допоздна? Вырастет, глядишь, заплатка там, где совесть быть должна.